Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья. Зимой у нас было несколько сюжетов, которые мы подготовили совместно с питомником Покровский. И на самом деле мы были с ними знакомы заочно, и вы слышали лекцию о розах, и мы смотрели, как они делают прививки. Но в этом питомнике я никогда не была, хотя мы вместе находимся в Ленинградской области, просто в разных немножко ее частях. И вот, наконец-таки, мы доехали. Вы не представляете, как здесь здорово, как здесь красиво. И я очень хочу, чтобы у этого питомника все получилось. Все, что они задумали, все, о чем они мечтают, чтобы у них обязательно все получилось. Давайте погуляем по нему. Здесь такой шоу-гарден. Помните, мы зимой приезжали в гости к Покровскому питомнику и снимали, как они прививают розы. Так вот сейчас мы увидим, сейчас конец мая, что стало с этими розами. Пойдем. Но, надо сказать, они не очень похожи на те маленькие, совершенно без листьев череночки. Это уже вполне полноценная роза, а некоторые уже даже на бутонах. По-моему, здорово. Вот буквально за несколько месяцев произошло целое чудо. Еще чуть-чуть их начнут сортировать и уже выставлять в питомник на продажу. Здравствуйте. Скоро вы получите от нас розочки, которые заказали, и ждете с нетерпением. Розочка будет примерно вот так выглядеть. Может быть, немножко побольше, поменьше, все зависит от сорта. Значит, хочу вам рассказать, как правильно посадить, чтобы у вас не возникало никаких вопросов. Значит, снимаете аккуратно пленочку, и там увидите место прививки. Пленку надо разрезать, но снимать ее не надо. Подготавливаете ямку, как обычно это делаете под розы. Опускаете ком остается у нас нераспотрошенным. Если приглядеться, здесь уже хорошенькие белые корешочки. Опускаете его в подготовленную ямку и зарываете место прививки. Если у вас тяжелые почвы, то не больше 5 сантиметров. Если легкие, можно до 10 сантиметров заглубить место прививки. Полить и все остальное уход, как вы обычно делали со своими розами. Желаю удачи и процветания вас и ваших роз.